И мы сейчас идем на мой любимый салончик и будем уже решать. Тим, если что, это вообще честно. Хотела, я даже... Ай! Она прям так на нас пуза. А вы долго будете скрывать то, что вы втроем? Поподробнее. Больно? Время идет, все меняется, я запускаю свой наконец-таки YouTube канал, и я думал, с чего его начать, и какое первое видео у меня будет. Прыжок с парашюта, какое-то запустить шоу, но сегодня я пригласил ко мне мою любимую вот эту вот белку, и мы придумали прикольную идею. Ну как придумал, я украл с канала. У нас все серьезно, у нас две камеры, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Что ты, слышишь? Пойдем, пойдемте, ребят, с нами, мы будем перед вами. Нет. Если что... Я ведь, да, точно, я ни разу не била, у меня есть идут кровь, я очень сильно переживаю, это больно. У меня есть на ногах еще здесь. Если что, Ева очень переживала, говорила мне: Тим, я не хочу бить эту уроку, потому что это очень страшно. Но я придумал кое-что очень интересное, идем сюда. Колесо фортуны. Опа! И на колесе фортуны все возможные татуировки, которые мы будем сегодня бить. Я хочу вот это. Я лов, кубики. На твой вкус. На твой вкус означает то, что мы бьем любую татуировку, которая, ну, мне понравится. Череп от меня воняет. И мы сейчас идем на мой любимый салончик и будем уже решать. Привет, я тебе. Опа. Привет. Смотри, это камера, она снимает. У нас, короче, сегодня такая тема — колесо фортуны. Мы крутим. То, что выпадает, мы пьем. Короче, настал самый главный момент, который сегодня будет. Мы начинаем бить, мы начинаем крутить колесо фортуны. Суефа, кто бьет первый? Суефа. Все, я. Ты первый. Ты первый. И мы начинаем. Поехали. Погнали! Так неинтересно! Да! Так неинтересно! Да! Я хотела ее! Я хотела, я даже... Ай! Ну что, получается, я бью на свой вкус, а Ева бьет кости. Не, если что, это очень неинтересно. Я думаю, Ева увидит что-то очень смешное, это видео получится интересным, но на этом видео заканчивается. Всем пока! Ну, мы продолжаем наш прекрасный ролик «Колесо фортуны». А на твой вкус у меня надписи на ногах. Небольшие вот такие, для я хочу сделать. Начнем, давай, наверное, с тебя. Ну, давай. Чего здесь интересного есть такого вкусного, классного, красивого? А, у нас есть змея, но пока, к сожалению, не затрогать, но можно посмотреть. Может, посмотреть? Конечно, можно. А почему? Нет. Она прям так на нас пуза. Нормально? Причёс? Слушай, все в порядке, да, чуть-чуть припудримся. Если честно, я не знал, что набивать до ночи, и я вот это вот мастерил кольцо свободы, счастья прямо перед выездом к Еве. Так вот. Ой, привет! Какая неожиданная встреча! Привет, Кубок, приветики! Все супер, ты как? Хорошо, хорошо, вы были в черном платье, прекрасно. Давно не приходили, ничего не делали, где занимались, ой, у меня кажется. Мама с мамой делали. Аня вообще топ, на самом деле. Мы с ней много чего делали, шею. На попе она мне делала сердечко. На попе? Да. Точно, да. Да, вот здесь. Помню, было такое. Аня очень классно делает, кстати. И что там? Я пострижу. Тим! Что тебе? Не надо, пожалуйста. Постричь. Нет. Футболочку. Смотрите, как мне такое. Идеально, да. Самый ад для меня был бить грудь. Бивать на груди. Вот это было бить, это просто ад. Я орал. Я вот так лежал. И вот так орал просто на 6 часов. Я не мог. У меня как будто сердце дробилкой разбивали. Я прям чувствовал сердце, что оно трясется. Всем привет, меня зовут Тим Сорокин. И сегодня у нас интервью с Евой Миллер. Аплодисменты. Значит, такая фотография выкладывается сегодня от Гарри Грея. Инстаграм, это что значит? Спасибо, Гарри Грея. Что, комментарии, знаешь, какие там? Порча! Сегодня Гер, прости, без лайка. Меня сейчас тошнит. А вы долго будете скрывать то, что вы втроем? Поподробнее.
Ну что, втроем снизили? Нет. Короче, почему я вообще решил снимать видосы на YouTube? Потому что очень много, где я пропадаю, видите только меня из ТикТока и Инстаграма, и вот в основном вы не понимаете меня, в принципе, как личности человека, что я себя, в принципе, представляю, как я разговариваю, какой у меня характер и так далее. Вообще этого я просто хочу себя каким-то образом прокачать, рассказать вам какие-то интересные особенности, показать, с кем я тусуюсь, гуляю, и просто, в принципе, рассказать свою жизнь. Очень много планов, которые хочу сделать по поводу YouTube, не буду пока ей говорить, потому что, как обычно, вот эти обещания никому не нужны. Думаю, вам будет интересно, поэтому обязательно подписывайтесь на канал и ждите ролики. У меня, на самом деле, очень большая история на YouTube, начиная с 2013 года. Я с удовольствием приехал к себе в родной город, в Беларусь, и показал бы, как все начиналось, где я снимал там свои первые видео, где мы с ребятами гуляли, показал бы свою бабушку, рассказал бы про семью и так далее, но об этом чуть позже. Сегодня начнем с такого вот небольшого смешного развлекательного видоса. Дальше будет интересно всякие конкурсы, движухи. Хотим запустить гонки очень крутые с ребятами-блогерами на тачках. Знаете, рассказать просто скорее больше о себе и показать себя как человека, чтобы, возможно, на меня посмотрели на другой стороны. Вот, а пока Ева там бьет свои вот эти вот шашечки какие-то непонятные. Хорошо, что мне выпал, я не лох. Офигенно! Ну, сама это выбрала. Офигенно! Я это не убирала. Потому что можно было корзинку получше выбрать. Ладно, офигенно, офигенно. Класс. У Евы, короче, вот это вот раздражение полностью руку сойдет, и Ева будет как питон. Питон! Ну ты? Ай! Ему очень больно, если что. Ну что, привыкай. Можно вот, я тебе покажу, как это было. А-а-а! Скажи, очень больно. Просто. Вообще класс. Не собака очень. Собака говорит, вкусно. Тим! Понятно. Что-то протеин. Красава, поздравляю, молодец. Ну, пожалуйста, ну ногти, тихо. Зачем? Ты дуешь плохим воздухом. Короче, мы начинаем меня, у меня свой выбор, поэтому я в одном интервью сказал, что у меня спросили, как ты подбираешь стиль, а я сказал, типа, ты и есть стиль. И у меня будет фраза на одной ноге. Ты и есть стиль, you are the style, и просто будь собой. Как будто вот это прикольно по общему, типа, вообще на самом деле уже не так ответственно, кто духом подходит, как раньше. Типа, я раньше так парился, бьем сюда, а я стрёмный. А я вот эту руку вообще, ну, просто решал сразу на себя, что будем бить. Я как тату-мастер доверился, у меня просто заделался. Дальше, когда я смотрела, выбирала цвет для своих крылышек на шее, я попросила Кристину, вот мне вот здесь попробовать цвет. Вот смотри, две полосочки цветные, видишь? Определимся, на каком месте будем бить, ты советник мой. Короче, мне кажется, тебе нужно отступить. Вот отсюда и вот тут будет. Да, да, чтобы на ночь, если у тебя вдруг будет повыше, чтобы все равно было видно. Милый. Повороты, кстати, класс. Спасибо, малая. Стильные. Просто я не хочу их тонкими, я хочу их типа такими, чтобы они четко были видны. Ты стишок будешь рассказывать сейчас? Песня для мамы. Ты пишешь милые слова в директ. Я улыбаюсь и стучается коннект. Скажи мне, папа парень. Ты — это стиль, просто будь собой. Ты и есть стиль. Я сам придумал, кстати. Первая в жизни. А еще вот это. А нет, это я украл. Отлично, не, все круто, круто, офигенно. Хочется, знаете, орнуть, чтобы Настя сорвала руку. У меня была новая рука. И будет волосы, знаешь, такие делать. Молния, гроза. Больно? Такое, кстати, неприятное начинание, на самом деле. Я думал, это будет проще, кстати. Колется, да, колется? Мы еще даже почти не начали. Да, не начали еще. Ну, нормально, ладно, переживем. Короче, все организаторы и спонсоры, которые есть. Мы хотим запустить матч-чемпионат по CSGO между домами в Counter-Strike. Поэтому, организаторы, пишите. И да, мы можем сразиться там с Dream Team, Hype House, пацанами, там House сейчас они тоже. Вот, поэтому это будет, думаю, будет интересно. Как минимум. У нас стала рука полегче, поэтому стало уже не больно. Вы, наверное, ребят, сейчас вы увидите, что снимает Настя. Эй, йоу, всем привет, хамити буду сегодня, мы тут на новом канале, сегодня мы сделали татуировки с Евой Миллер. Итак, Ева, показывай свою. Итак, у Евы вот такая, у меня черная, вот такие. Спасибо. Такие вот черные, вот. И мы выполнили челлендж, который называется «Колесо фортуны». Если вы хотите также, подписывайтесь на канал Гэри Грей. И сейчас Гэри Грей набьет татуировку, которую вы будете здесь. Вот что он говорит.
Егоршип. Если ты не слышишь, погнали сюда же. Колесо Фортуны решит, какой татуировку мы будем набивать. Поэтому давай, заполните комментарии Егору хэштегом GoTattooSteam. И будем ждать, если так и пролет камерам. Бам, 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 все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И, в общем-то, мы полетели дальше на премьеру фильма. Всем пока. Егоршип, ждите в следующем выпуске.